Ну а чё, вот они вот просто, вот из-за этого китка я сейчас сломаю лук, вот просто из-за этого дебила. Можешь даже эту историю рассказать на стриме? Тема ночной заточки. Сезон 2. Чуй компания. 10-й не можешь продать, а 11-й подавно. Я в Геране точить буду. На счастливом месте Гексогена. Знаешь, где его счастливое место? У орков? Ну вообще да, типа. Да. Это просто, короче, ребят, рассказываю историю. Подбегает чувак, я кричу, что продам Эмик 10. Ну, вообще идея была какая? Эмик 10 продать, накупить на всю эту сумму бопов и точить бопы. То есть, ну, я думал, что сделаю для вас еще один шедевральный контент. И такой, типа, продаю. Чувак пишет, я тебе готов ФП шапку дать и ФП тело. Я такой, ну, и имеется в виду сверху накинуть 95 лямов. Я такой, окей, ладно, вроде как нормальное предложение, гоу. Думаю, ну, сейчас шапку продам, верх-низ продам, все будет замечательно. И что получается? Он подбегает, я ему кидаю трейд, кидаю лук, он спрашивает. Я прямо сейчас вам чатик покажу. Вот этот дебил, короче, можете ему писать в личку в игре, что он мудозвон. Ник Фаттл, он кидает мне в трейд руну Эура и спрашивает, она вставится или нет. Кидает туда же еще эти, как они называются, шарики-то. Самоцветы. Самоцветы, да, для того, чтобы вставлять. И типа, если вставится, я заберу. И подтверждает, типа, я ему отдал бы лук и все. Ну, короче, это дичь вообще полнейшая. Пытались меня кинуть на лук, из-за этого я психанул и решил, давайте сейчас поточим 11-й лук. Смотрите, что получится. Ты уже там стоишь? Ну, я гномом там стою, а луком бегу. Я не знаю, кем точить. А кем лучше думаешь? Да разницы нету. Абсолютно никакой. Думаешь? Думаю, да. Ну, я думаю, сейчас кристаллы будут, и, типа, второму сезону заточки придет писец. Жалко. Жалко будет, да. Так. Я тоже подбегаю, хочу на это все посмотреть. Ты там возле орков стоишь? На последние деньги, вот сейчас тупо последняя адена, которая есть. Че, гном, наверное, точить буду, да? Гном, подожди, кто у нас выточил? Гном один выточил лук, а мастер Чу два выточил, да? Да. Сейчас гном будут точить. О, нет. Кем точить? О, кто-то пришел. Говорит, ломай. Кем точить-то? Давай гномом. Сейчас я себе тогда скину соску. Ой, соску, точку. И давай мы его зарядим сосочкой. Сосочкой? Давай. Ну тут повыкидывать не получится. В релок уходить не буду. Только что зашел на чара. Долго он сидел, торговал. Ну чё, пожелайте мне удачи. Я желаю тебе удачи. Я смотрю, что ты будешь? Ты будешь закрывать глаза? Что ты будешь делать? Короче, давай так. Я сейчас как сделаю? Я закрою глаза и, блин, я не знаю, я боюсь, если честно, капец. 11-й эмик может стать кристаллами, горой кристаллов. И, типа, закончится наша великая, веселая ночная точка, демонская точка. Правда, сейчас день, 2 часа дня, и, типа, я не знаю, что будет. Да, давай, в принципе, без, наверное, без релога, без ничего, я просто кляпаю и все. Давай. На мужика просто. Я закрою глаза и по звуку все пойму, вот так. А, по звуку даже? Да. Я то... Не, отмена. Отмена. Подтвердить. Отмена. Не, давайте три раза, ну, три раза отменим, да. Нет, и что-то как-то так точим. Стрёмненько даже в сердце что-то сидит. Такое. Знаешь, вот люди любят очень ролики, когда у людей все точится и все круто. А если люди ломают, то типа хейтеры набегают и да-да, ты сломал. Поэтому мы либо тех порадуем сейчас, либо других. Хрен знает. Погнали. Пиздец, все сломал, хуем собачим, блядь!
кристалл. Или ты его снял? Кристаллы, 1600 кристаллов. А, жесть. Все, точки 6 бопов не будет, как бы, как и лука, собственно, одного. Вы смотрели ролик мастера Чу и его великий фейл. Я, наверное, сюда в постскриптум добавлю, как мы... Нет, ничего не буду добавлять. Ладно, хрен с ним. Вот такой был ролик. Ставьте лайки, дизлайки, я не знаю. Поддерживайте стримера. Можете скинуть мне в почту подарком 5 бопов, и я их поточу для следующей серии. Пока что тупо возможности взять и вот так вот вточиться еще, к сожалению, нету. Ну, тупо, потому что, ну, спрос есть, а адена у людей в таком количестве нет. То есть я не мог реализовать этот эмик и постарался сделать для вас еще хоть что-нибудь. Подпишись на канал, поставь лайк. Чу грустно, Чу будет сейчас очень грустить, уйдет в запой, хотя я не пью. Ну ладно, я шучу. Все, всем до новых встреч, пока-пока. Покеда. А кто хочет следующую серию, чтобы вышло как можно скорее, завтра ночью, либо утром, либо днем, обязательно поставьте лайки, давайте наберем 1000 лайков, и все будет. Так, ну чё, беги, короче, за Аден. Погнали точить. Чё? Чё? Ты уверен? Погнали точить. Ты серьезно? Да. Ой, Лил, бля...